Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 28. Задание внизу страницы. В этом упражнении мы должны разделить на 10, на 100 и умножить на 10. Давайте вспомним. Чтобы разделить число на 10, мы должны убрать 1 0. Чтобы разделить число на 100, мы должны убрать 2 0. Чтобы умножить на 10, мы приписываем 1 0. Итак, 34800 делим на 10. Убираем 1 0, остается 3480. 4900 делим на 100. Убираем 2 0, остается 49. 540 умножаем на 10. Приписываем еще 1 0, получается 5400. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.